Здравствуйте, уважаемые друзья, я Александр Серегин Кастро, и я подаю в суд на корпорацию Facebook. Лично и меня задело ее пренебрежительное такое отношение к нашим людям, и я от многих знакомых слышал, что их несправедливо банили и поучали постоянно. И я считаю, что этой корпорации не место вообще на территории России, и мы без нее обойдемся, потому что она же перешагнула черту, когда она стала нас обучать и пытаться перекодировать наш генетический код. А мы все-таки русские люди, это не наш путь. Это путь какой-то несвободы. Поэтому мы вместе с адвокатами, со специалистами готовим серьезные иски и попытаемся все же Марку Цукербергу сделать такую неприятную вещь. Пускай и он почувствует нашу силу, силу русского духа.